Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 7. Урок 29. Выполни действие. 2 умножить на 6 равно 12. 12 разделить на 2 равно 6. 5 умножить на 2 равно 10. 10 разделить на 5 равно 2. 2 умножить на 5 на 7 равно 14. 14 разделить на 2 равно 7. 9 умножить на 2 равно 18. А 18 разделить на 2 равно 9. Можно заметить, что если произведение разделить на один из множителей, то получится второй множитель. 5 умножить на 2 равно 10. 10 – это произведение, а 5 и 2 – это первый и второй множитель. Если 10 разделить на первый множитель, то мы получим второй множитель. Если произведение разделить на второй множитель, то мы получим первый множитель. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.